потом в академии. Временно исполняющим обязанности главы Тувы стал Владислав Хавалык. Документ о его назначении подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Владислав Хавалык имеет несколько государственных наград. Он будет руководить регионом до вступления в должность лица, которое будет избрано главой Республики Тыва. Предыдущего главу региона Шолбана Караола Путин отправил в отставку 7 апреля. Он руководил регионом с 2007 года.